сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы. Ой, здрасте, друзья мои. Короче, я сегодня зашел на один форум. Хотел узнать о себе много обо мне, то есть. Кстати, это блог сплетника обо мне. Мы будем обсуждать меня, друзья мои. Так вот, о чем я говорю? Зашел я, ну, на сайт, то есть на форум насекомых. Тут пишут, ну, спасибо, конечно. Тут вот пишут 15 мая. Вот, 15 мая пишет. А, да. Вот, тут-то пишет один. Антифрик написал. 51, 3, 382. Вот. Кто-нибудь смотрел Сергея Ракишева? Это полный пиздец. Он к Танюхе Сэм нашей пристает, а она его забанила и сказала, чтобы бы ей о нем больше ничего не писали. На мой взгляд, вполне достойный жених для Тани. Ой, я не могу, друзья! Ой, друзья, антифрик. Это вообще. Дальше. К моему позору я заходила на его канал, но я поняла, это только прочитав описание канала, так как я, когда зашла к нему первыми в раз, меня почему-то повеселило слово «клацкаете». Он у Севки в комментарии ошивается. Подскажите, я ж оттуда вот к нему как-то заперлась. Это понравилось Мамо и из Дмитровки. Вот. Дальше, 15 мая 2018 года, свинья Горбата пишет. К моему позору, я заходила на его канал, но я поняла, это только почитав описание канала, так, ну это, понимаете. Насчет комментов не помню, там их тысячи, этих уёшных хомяков. А вот Ракишев, этот вообще похож на психически больного. Они с Таней Сым отлично поладят. Манера речи похожа. Точно похожа. Ой. Тут в чате у Коки оставил без ответа. Кто не знает, это соседка этого рыжего кота Ваську нашла. Господи. Это уже другое. Больше тут и нету. Почему вы так мало написали-то обо мне? Кто-то там, господи. Это страница 2447. Понимаете? Так, мы сейчас, вот это вот сейчас я хочу посмотреть. Мне просто интересно сегодня. Ну, вы меня прямо развеселили, друзья. Я думал, я ж не такая звезда, мимо, как там некоторые пишут. Звезда, звездой. Ой. На мой взгляд, вполне достойный жених для Тани. Ну, сейчас мы нажмите для раскрытия. Вот. Вот, пишет антифрик. Посмотри, чё-то ржу. Ну-ка, тут еще даже ссылка есть. Ну-ка.
Сейчас мы... Сейчас подождите, найдем мы это. Ой. Ага. А тут-то даже ссылку дали на мой этот, как говорится, на мой канал. Ой, ну вы вам спасибо, милые насекомые. Прям вот обрадовали. Я смеялся уже целый час, смеялся. Господи. Ну, мы сейчас посмотрим дальше. Вот мне казалось, или он копирует Адамяна. Так, это не то. Мне хочется вот про себя прочитать. Вот чего вы там мало пишете обо мне-то, господи. Насекомые. Что вы там наклацкали? Ой. Господи. Для хорошего стриптиза на пони жрачки даже возраста не помеха. Были бы, лишь бы кормили. Ну-ка. Тут такая вот, ой, боже мой. Паскуда, верни свою жопу на унитаз. Не жульничай. Со своими хорошими и любопытными зрителями. Только хотела грибку слепить. Ой. Грибку ты там слепить захотела, господи. Ой, ну и насекомые прям вот обо мне, прям вот, знаете, мало настрочили. Чего уж мало-то? Сейчас я еще хочу... Что-то вы так мне мало. Я так обиделся. Почему-то вы так вот посмотреть вложение. Вот надо посмотреть. Вот сейчас вот, упс. Ну-ка-ка, вложение, что там? Ой, тут вот. Я не хочу вот это вот. Для того, чтобы сделать, нужно сначала... Ладно, это не будем. Ну, сейчас посмотрим, друзья. Ой, такой большой тут комментар. Ой. В чате у Коки оставил без ответа. Ну, это я читал. Щупа, о, уевшая, на всю голову позвонила Севке на работу, чтобы рассказать, что она ела на обед, трындит и переспрашивает, понимаешь? А то тема Шупиного обжорства сложна для понимания. Так, ну-ка, сейчас я хочу посмотреть, друзья. Найти Ракишева. Блок сплетника. Угу. Так. Почему я не звезда, друзья мои? Ну чего вы в самом деле-то? Ну надо же обсуждать, а? Ну почему? Я не могу. Везде. А, вот. Нет, это не обо мне, блок сплетника. Инесса Шевчук пишет. Это тоже не то. Филиппка. Это фигня, друзья мои. Ничего такого нету. Понимаете? На какую страницу-то войти? Ой, я уже тут 8 минут. Говорю. Сейчас мы... Ну-ка-ська. Нельзя, понимаете? Страниц тут вообще ужас. А. Труба карася написал. Чушь написал. Вот. Паскуда есть паскуда. Люди для него мусор. На какой-то волне Крис получала подарки, запомнился костюмчик, комбиз. Ходила на праздники в гости, была похожа в компанию. Потом раз, как
отрезала, выбросили. Мне кажется, это конкурентная борьба блогеров. Подписота то одна на всех. Ой. Она стала слишком явно показывать свою влюбленность, навязчивая. Севка не просила ее смотреть за по бабкой, пока они были в Турции. Она сама влезла в дом, навязалась старухе. Посмотрите, Юлька ведет себя очень нейтрально. И по отношению к Севке, и по отношению к кошке. Никаких внешних признаков влюбленности не наблюдается. Она ведет себя очень корректно, поэтому находится в их компании, получает вот этого все дивиденды, как на заводе. А баклажан намертво прилип к батарее. Луковый пирог был началом конца. Это Вишенка Пузатая пишет. Шутцы таки написала. Она стала слишком... это я читал. Потому что надо иметь хоть один грамм мозгов, чтобы понимать, как себя вести в этой ситуации. Был бы у нее этот девайс, то и она получила бы все дивиденды от завода. И так пусть и дальше читает книгу из искусств пофигизма. Или как там эта книжка-то умная зовется? Батарея, да? Научить не сможет. А почему? Да потому, что она не говорящая. Ей бы другие книги почитать. Классику. Там много примеров, как поступают подобные особы. Может, мозг начнет развиваться. Прям бы книги школьной программы начала бы читать. И может... Нашла примеры, искусство пофигизма, ее настольная книга. Ой, тетка толстая пишет. Ой, господи, вчера. В комментах пишут, что куклы истерику в трансе у Поляковой устроили, позорили Севку своим поведением. Ой, господи. Не знаю Полякова, но внешне яркая внешность. Ой, ничего такого нету, господи. Нету, друзья. Я и так уже 12 минут ищу этот... Ой, ладно, милые мои. Посмеялись. Вы так меня развеселили. Нету. Вы же хотя бы мне на страничку пишите свои насекомские дела-то. Ой, об чем мы поговорим? Я вообще псих, друзья. Товарищи насекомые, я такой псих. Ой, а что мы так обидимши? А что вы так обидимши? Раки еще такой, да. Ладно, друзья мои. Всем хорошего настроения, а теперь всем пока. Пойдем, тараканов,